Добрый день, уважаемые родители! В рамках проекта «Родители – первые учителя ребенка» мы продолжаем наши встречи. Цель наших встреч – это поддержка семьи, где растет ребенок с особыми образовательными потребностями, и знакомство родителей с центрами, специалистами, где они могут получить консультацию. Сегодня мы познакомим вас еще с одним центром. Это центр поддержки детей с аутизмом Восточно-Казахстанской области. Для ответа на волнующие вопросы родителей мы пригласили заведующую профессионала Дюсенбинову Динару Амангельдиевну, которая познакомит вас с деятельностью центра. Вам слово, Динара Амангельдиевна. 21 сентября 2016 года в городе Усть-Каменогорске был открыт аутизм-центр «Асылмира» с частным фондом фонда Булата Утимуратова в рамках проекта «Аутизм. Мир один для всех». В сентябре 2022 года мы были переданы Управление образования, и мы сейчас называемся коммунальным государственным учреждением «Центр поддержки детей с расстройствами аутистического спектра» Управление образования Восточно-Казахстанской области. За последние годы в Казахстане увеличилось число детей с расстройствами аутистического спектра. В прошлом году было выявлено более 12 тысяч детей с аутизмом. В связи с этим было разработано 6 программ. Программа «Ранняя поддержка» применяется для детей в возрасте от 0 до 3 лет. И цель этой программы – научить правильному взаимодействию родителей и ребенка с аутизмом. Следующая программа – это программа развития обучающих навыков. Это для детей в возрасте от 3 до 10 лет на развитие академических навыков. Следующая программа – это программа «Джаспер». Применяется для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И цель программы – развитие речевых навыков. Четвертая программа – это программа развития жизненных навыков. Применяется для детей и подростков в возрасте от 5 лет. Цель программы – обучить детей и подростков с навыкам самообслуживания. Следующая программа – это программа развития социальных навыков. Применяется для детей и подростков в возрасте от 5 лет. Цель программы – обучить детей и подростков успешному взаимодействию с окружающими. И последняя программа – это программа «Интенсивный курс». Цель этой программы – обучить родителей правильному взаимодействию ребенка с аутизмом. Если вы заметили, что ребенок не отвлекается на имя, не смотрит в глаза, имеет повторяющиеся формы поведения, то рекомендую вам обратиться в наш центр по адресу город Усть-Каменогорск, улица Чехова, 61.